Фейерверки дядя Гриша. Главное управление МЧС по Смоленской области. Смоленское областное отделение ВДПО. При поддержке члена Координационного совета Российской пиротехнической ассоциации Алексея Столярова представляют документальный фильм «Пожарная безопасность». В 1977 году в Смоленске была открыта пожарно-техническая выставка, которая знакомит с историей пожарной охраны города, героическим прошлым и суровыми буднями бойцов Огненного фронта. Периодически в Центр противопожарной пропаганды Главного управления МЧС России по Смоленской области приходят взрослые и дети, чтобы познакомиться с деятельностью пожарных и спасателей. Пожарная безопасность. Ребята, еще раз здравствуйте. Находитесь вы в пожарно-технической выставке. Основана она была еще в 1977 году. В 2012-2013 годах произошла полномерная реконструкция, обновилась экспозиция. И теперь мы вас можем познакомить не только с историей становления пожарной охраны в России и в городе Смоленске, но и пожарной безопасности в целом. Сейчас мы с вами находимся в историческом зале. Его открывает модель первобытного стойбища. Люди первыми научились добывать огонь. А как они это делали, я думаю, вы, наверное, с курса истории помните, да? Было три способа. Либо палочку о палочку терли до появления дыма, а потом огня. Либо камень в камень высекали искры. И третий природный способ, может быть, кто-то из вас подскажет мне, какой он был. Молния. Да, правильно, ждали появления грозы, когда молния ударяла в сухое дерево, либо в землю, старались вот этот огонечек сохранить, либо перенести его с помощью сухих веточек в свое кострище. Обратите внимание, уже тогда люди понимали, что нельзя разводить костер в собственном жилище. Костер в пещере не разводился. Как вы думаете, почему? Чтобы не было дыма. Пещере. Правильно, пещера начинала заполняться дымом, в ней невозможно было находиться, поэтому люди, испугавшись вот этой вот злой стихии, начинали покидать свое жилище. И тогда уже, наверное, зародились первые правила пожарной безопасности, да? Что огонь вредит, когда находится в своем доме. В контроле человека начинается что? Пожар. Один из таких крупных произошел в городе Ярцево в 1882 году. Горела мануфактурная фабрика купца Хлудова. Вместо того, чтобы помогать людям эвакуироваться и тушить пожар, купец приказал заблокировать все двери и тушить огонь самостоятельно. Многие люди погибли в давке, остальные задохнулись от ядовитого дыма. Как вы думаете, что неправильно сделал купец? Что закрыл все, что так, правильно, а что нужно было сделать? Правильно. Первое, что делается при любой чрезвычайной ситуации, это эвакуация людей, спасение их. А только потом приступают к тушению пожаров, либо к ликвидации каких-либо катастроф. Пожарная безопасность. Также в экспозиции у нас представлены и предметы первых пожарных спасателей. Вот такие старинные шлем-каски. Вот такую носил либо начальник подразделения, командир пожарных, который сам не принимал участие в тушении пожаров, а только следил за правильностью работы своих сотрудников. То есть помогал им при любой чрезвычайной ситуации не только советом, да, но и предупреждал о надвигающейся опасности. Также вот такую каску носил дозорный на каланче. Вот такую шлем-каску носил обычный сотрудник пожарный, который непосредственно принимал участие в тушении пожаров, ликвидировал последствия разбушевавшейся стихии и каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также здесь у нас выставлена модель поршневого насоса. Он у нас не один в нашей экспозиции, а второй расскажу чуть позже. Двое самых крепких пожарных ставили по краям. Чем быстрее они качали и интенсивнее поршневой насос, тем быстрее и интенсивнее вода шла через металлическую трубу. Обычно один конец подсоединялся и либо устанавливался в пожарном водоеме, то есть это мог быть и колодец, открытый водоисточник, такой как река, озеро и так далее. А второй конец подсоединяли пожарный рукав. Пожарная безопасность. Пожары бушевали в Древней Руси, так как все дома были деревянные, многие люди не соблюдали правила пожарной безопасности. Бывало так, что выгорали целые города и поселения. Как вы думаете, с чем это было связано? Слишком близко расположены деревья.
Правильно, да. Если мы сейчас с вами представим любой жилой сектор, да, будь то деревня, будь то частные жилые дома, мы с вами можем увидеть, что дома друг от друга расположены на определенном расстоянии и ограждены забором. Раньше правила застройки не соблюдались, поэтому бывало так, что если загорался один дом, по цепной реакции сопровождалось горение всего поселения. Поэтому в 1649 году создали наказ о градском благочинии, куда входили первые наказания за поджоги и за неосторожное обращение с огнем. А в этот указ одно из правил гласило, что в сухую, жаркую, ветреную погоду нельзя разводить костер рядом с любыми деревянными строениями, потому что начнется пожар. Это логично, да? Существовала конная дружина, которая ездила по поселениям и проверяла, соблюдают ли люди вот этот наказ. Чтобы сообщить о пожаре, когда не было ни телефонов, ни телеграфов, создавали вот такую, строили башню-каланчу. Строилась она обычно в центре города, это было самое высокое строение. Наверху находился дозорный, как раз который носил одну из серебристых касок. Когда он видел какое-то возгорание, он звонил в большой колокол. Раньше его называли еще и рындой. И пожарные, услышав сигнал тревоги, компоновали конно-бочечный ход и выезжали к месту происшествия. Вот такое строение сохранилось и в нашем городе. Находится оно за территорией ЗАГСа. Там же находилось первое комплексное пожарное депо. Если будете гулять с родителями-преподавателями, может быть, самостоятельно, посмотрите. Из красного кирпича двухэтажные строения. Это как раз были первые пожарные депо, откуда выезжали первые пожарные автомобили. А пожарная каланча украшала как раз центр города. Во времена Петра I развивается пожарная охрана и появляется новое пожарно-техническое вооружение. Он обменивался опытом с иностранными представителями и закупал пожарно-техническое вооружение. Поэтому пожарная охрана начала активно развиваться. При нем создано первое профессиональное пожарное депо, как раз при Адмиралтействе. И, в принципе, по его указу началось повсеместное распространение первых профессиональных пожарных команд по всем губерниям. Теперь мы с вами вспомним военные годы. Наравне с солдатами пожарные защищали город, тушили пожары после вражеских бомбежек и эвакуировали население. Если взглянем на следующий стенд, можем увидеть начальников пожарной охраны, начиная с самого первого. Что интересно и примечательно, пожарная охрана входила раньше в состав Министерства внутренних дел, а начиная с 2001 года входит в систему МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность. Вы, когда правильно пишете контрольные работы, может быть, отвечаете хорошо на уроках, что получаете? Пятерки, да, на группе. Обычно это отражается в ваших дневниках и, может быть, впоследствии в грамотах, да? Так и пожарные, когда правильно выполняют свою работу, героически проявляют себя в тушении пожаров, получают нагрудные знаки и медали. Делятся они как награды добровольных пожарных команд, так и профессиональных пожарных дружин. По периметру зала вы можете увидеть фотографии сотрудников. Это люди со всей Смоленской области, которые получили медаль за отвагу на пожаре. Считается, что это самая достойная, самая примечательная награда у любого пожарного спасателя. Это значит, что человек совершил подвиг, либо участвовал в крупном техногенном пожаре. Вот это по статистике на 2013 год. Кто-то уже ушел на пенсию, кто-то вновь, так скажем, пополнил ряды и получил заслуженные награды. Вот кто-то может найти кого-то из своих знакомых, родственников или соседей. Бывает часто так, мы живем с человеком, да, на одной лестничной клетке и не знаем, что он совершил подвиг. И как раз наша экспозиция может с такими героическими людьми вас познакомить. Следующий стенд рассказывает о том, где сотрудники Смоленской области принимали активное участие, в каких происшествиях и катастрофах. На следующем стенде мы можем увидеть с вами наших сотрудников, которые принимали участие в различных происшествиях и аварийных ситуациях. Если вспомним, так скажем, пройдемся по страницам истории, вспомним катастрофу на Чернобыльской АЭС. Кто помнит, что там произошло? Так, а именно? Так, страшная химическая авария. Да, четвертый реактор атомной станции. И что начало распространяться по городу? Радиация. Первыми, кто вообще среагировал на вот эту страшную экологическую катастрофу, это были пожарные, которые, к сожалению, получили большую дозу облучения и потом принимали участие в
аварийно-спасательных работах. 23 сотрудника со Смоленской области были направлены на ликвидацию вот этой страшной катастрофы. Если возьмем к нашему времени поближе, то вспомним 2010 год. Огромное жаркое лето, 2010, да, может быть, кто-то помнит, может, кому-то родители рассказывали. Была засуха, дождей практически не было, стояла жаркая, теплая погода. Поэтому по огромной территории России прошли, так скажем, лесные, лесоторфяные пожары. Не только даже Россию затронуло, но и, наверное, всю планету. Наши аварийно-спасательные группировки были направлены в Московскую и Рязанскую области для тушения лесных и лесоторфяных пожаров. Чем вообще страшен пожар в лесу, кто знает? Быстро распространяется. Так, отлично, еще? Есть вероятность, что он попадет в город. Правильно, даже не на город, а на жилое поселение, да? Часто бывает с помощью палотравы огонь перекидывается либо на лес, либо на поселение. И огромный материальный ущерб и экологический наносят такие пожары природе. Если немножко возьмем ближе к нашему городу, это катастрофа крушения самолета Ту-154 на борту с польской делегацией, польским президентом. Наверное, помните, может быть, читал кто-то, что никто из делегаций не выжил. 6 суток наши сотрудники участвовали в ликвидации вот этой катастрофы. 2 из наших сотрудников получили орден за заслуги перед Польшей и пользуется вот этот орден огромной привилегией не только в республике, но и у нас. Пожарная безопасность. Сейчас мы с вами находимся в зале пожарно-технического вооружения и оснащения пожарных. Посмотрим, что берут пожарные, выезжая на любое происшествие, их полное обмундирование и некоторые исторические экспонаты. Сейчас мы с вами видим на нескольких манекенах, так скажем, эволюцию пожарного снаряжения. Какой костюм был изначально и в каких работают наши сотрудники сейчас. Изначально костюм был вот такой, брезентовый. В его состав входила металлическая каска, которая начищалась, натиралась до блеска, чтобы пожарные в дыму могли друг друга видеть. Плотная прорезиненная ткань, фонарь, багор, топор, веревка, все, что могло пригодиться пожарному в тушении. Такой костюм чем был неудобен? В зимнее время он намокал, замерзал и затвердевал так, что в нем практически невозможно было передвигаться, а следственно и тушить пожары. То же самое, если с вами мы попробуем одеть тесную одежду, да, мы кое-какие физические упражнения не сможем исполнить. Так и здесь. Поэтому стали использовать вот такой прорезиненный костюм. Он уже не пропускал влагу, но при соприкосновении с открытым огнем начинал быстро плавиться и растекаться. Посмотрите, что меняется. Металлическая каска сменяется на полупластмассовую, появляется забрал для лица, чтобы гарь, копоть и дым не попадало в лицо пожарному. Появляются первые рации для связи с сотрудниками, для переговоров. А фонарь, багор, топор, веревка, все остается то же самое, но более улучшенное, модернизированное. То есть, смотрите, фонарь у нас становится более облегченным пластмассовым, да? Появляется на веревках вот такие карабины, чтобы можно было не только, да, разобрать какие-либо завалы, но и спасти пострадавшего, допустим, с каких-то верхних этажей. Такой костюм также был неудобен, поэтому стали использовать вот такой костюм, в котором работают пожарные сейчас. Сдерживает он температуру до 200 градусов тепла, обрабатывается специальной пропиткой, и у него находятся светоотражающие частицы. То есть в дыму при отблеске света пожарный может друг друга увидеть. Вот эта тяжелая рация сменяется на ручную, более облегченную. Да? Сейчас за границей стали использовать уже шлем каски, в котором встроено переговорное устройство. У нас в России тоже есть модели таких касок, но пока к повсеместному использованию они не подлежат. Но я могу сказать, что наши сотрудники и с таким оборудованием справляются на отлично. И занимают одну из лидирующих позиций в ликвидации различных крупных катастроф. Появляются специальные аппараты, чтобы дольше находиться в сильно задымленном помещении и спасать пострадавших. Вот такая маска одевается на пожарного, подключается она к баллону, что находится у пожарного за спиной. В баллоне не кислород, а сжатый воздух. Время рассчитано на эвакуацию, либо на пожарную разведку от 40 до 45 минут. Ну, это при средней интенсивности нагрузок. То есть пожарный следит за временем, обследует обстановку, либо находит пострадавшего, одевает на него специальный дыхательный аппарат и выводит его из сильно задымленного помещения. Но с ним мы с вами познакомимся чуть позже, и даже будет возможность его примерить. Пожарная безопасность.
Изюминка нашего музея – это конно-бочечный ход линейной тяги образца 1908 года. Он у нас находится в рабочем состоянии. Если захотим сейчас его задействовать в тушении пожара, сможет подать воду до третьего этажа. Модель очень проста. Что входило в ее состав? Это большая бочка с водой. Вот он, поршневой насос. Мы с вами видели его в первом зале. Из бочки подавалась вода. Чем интенсивнее пожарные качали, тем с большей мощностью через пожарный рукав текла вода. К пожарному рукаву обычно подсоединялся пожарный ствол. Вот эта вещь называется либо бронзбойт, либо ствол. Бронзбойт – это более историческое название. Сейчас чаще всего можете услышать пожарный ствол. А в новых пожарных стволах есть переключатель, который может создать распылительную струю. То есть тоже так же, как у нас в душе, да, но с более большим давлением. Также вот здесь впрягалась лошадь, и можно было выезжать на любое происшествие. Вот здесь вот находился дополнительный отсек, можно было хранить пожарный инвентарь. Ну, в принципе, все. Это вот до создания пожарных автомобилей. Также здесь у нас находятся миниатюрные копии пожарных лестниц. Трехколенная раздвижная пожарная лестница. У меня на макете она раздвигается с помощью веревки. Если вы поднимете глаза вверх, то увидите, что настоящая раздвигалась с помощью... Цепи. Все верно. Нужно было еще приложить усилия, чтобы держать такую лестницу. Лестница-штурмовка с металлическим крюком на конце цепляется за подоконник и можно забраться в любое помещение. Часто используется при сдаче нормативов в пожарно-прикладном спорте. Но я думаю, мы фотографии с вами посмотрим, и вы поймете, о чем я вам говорю. Нужно на скорость забраться на трех- либо четырехэтажную башню без страховки. И еще одна лестница. Ребята помладше и дошкольники называют ее волшебной. Лестница-палка. Действительно в сложенном виде похожа на обычную палку. Занимает очень мало места. Также в старые времена вот здесь вот находился большой крупный металлический наконечник. Вот эта лестница служила еще и в качестве тарана. В наше время такую лестницу можно использовать как носилки. Очень удобно и эффективно. Она такая многофункциональная. Если раньше передвигались на таких конно-бочечных ходах, то сейчас передвигаются на профессиональных красных автомобилях. Примечательно, что первый пожарный автомобиль был черного цвета. Потом он стал более заметным красного, и уже в наше время добавились белые фрагменты, которые вы можете увидеть на профессиональных автомобилях. Вот этими лестницами пользуются до сих пор. Они входят в оснащение пожарной автоцистерны. Единственное, что сейчас они сделаны из облегченного металла. Пожарная безопасность. Здесь у нас находится пожарно-техническое вооружение. Ну, с пожарными рукавами мы с вами познакомились. Примечательно, что нужно назвать их пожарные рукава. А то бывает, что у нас люди называют их шлангами, да? Шланги у бабушки на огородах. У нас только рукава. К ним подсоединяются пожарные стволы, либо бронзбойты. Здесь они тоже у нас в исторической, так скажем, прогрессии расположены. Трехколенное разветвление. Подсоединить не одну рукавную линию, а сразу три. Пожарные пеногенераторы. Напомню, что она является химически опасной. Если пожарные работают с пожарной пеной, то в специальных костюмах, чтобы она не поступала на кожу. Также у нас есть аварийно-спасательный инструмент. Всевозможные пилы по металлу. Гидравлический инструмент для разжатия, сжатия, раскусывания, разламывания, как говорится, любой металлической конструкции. Часто используется при дорожно-транспортных происшествиях. Также здесь у нас находятся диэлектрические предметы. Ботинки, перчатки и есть еще такое, как полотенчик. Пожарная безопасность. Сейчас мы с вами находимся в зале пожарной профилактики, который принадлежит государственному пожарному надзору и испытательной пожарной лаборатории. Вот как раз, как я рассказывала, изначально на выезд, допустим, пожар в жилом доме, приезжает пожарная бригада, которая занимается тушением пожаров, а потом уже место обследуют инспекторы государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. Функция у них как у следователя, то есть описывают протокол, записывают все, что они увидели, и выносят предварительную причину пожаров. Предварительно это значит неточное. Точное установит уже Следственный комитет. Здесь у нас на модели обычной школы представлена система пожарного оповещения и сигнализации во время пожара. Если вдруг срабатывает такая система, нужно срочно и быстро эвакуироваться. Почему нельзя бежать во время эвакуации? К
создается, да, паника, паника, давка, да, вы можете столкнуться с каким-либо участником вашего учебного заведения, получить либо травму, либо какие-то увечья, и самостоятельно выбраться из горящего здания не сможете, можете задохнуться. Поэтому делать ни в коем случае нельзя. Что входит вот в эту систему? Это, конечно, дымодатчики. Вот такие расположены у вас на потолке. Вы, наверное, видели, да, каждый в школе? Это дымодатчик. Вот сюда в коробочку попадает дым, и он начинает срабатывать. Либо громко пищать, либо сразу дает сигнал на пульт управления. А уже те датчики, о которых вы говорите, распыляют воду, находятся как раз позади вас. Вот эти металлические пластинки отваливаются. Вода начинает либо мощной струей литься, заливая очаг возгорания, либо находится на металлической распределительной пластинке и раскручивается на большую территорию. Вот это вот устройство помогает создать, так скажем, водную завесу. И работает оно от стандартного цельного водопровода. Также вы можете увидеть, что срабатывают все датчики. Это значит, если вдруг произойдет эвакуация, он подсказывает вам направление выхода. То есть тот выход, откуда вы можете эвакуироваться во время пожара. Ну и, наверное, слышите, обычно это автоматическая система. Внимание, пожарная тревога, вам нужно проследовать к выходу. И часто у вас, в принципе, проходит учебная эвакуация. Как еще, какие сигналы могут соответствовать пожарной тревоге? Три долгих звонка, да, у вас? Вон, да, все правильно. Это тоже сигнал пожарной тревоги. Пожарная безопасность. В первой стеклянной витрине вы можете увидеть частые причины электропожаров, то, из-за чего происходят электрические именно пожары. Это, конечно, проводка. А теперь у меня к вам вопрос. У вас у всех есть мобильные телефоны, планшеты. Когда ставите их на зарядку? Ночью. Правильно, ночью. Делать это ни в коем случае нельзя. Ваша распределительная коробка перенагревается, и уже заряд идет не в ваше мобильное устройство, а обратно в розетку. И когда вот это устройство нагревается, с вашим мобильным телефоном происходят вот такие вещи. Вы можете его увидеть, сейчас вот войдете, посмотрите. Поэтому я вам напоминаю, что на зарядку нужно ставить мобильные телефоны и планшеты только под вашим присмотром, не допустив возгораний и пожаров. Обезопасить не только собственную жизнь, но и жизнь окружающих. Чем опасен пожар ночью? Когда вы спите, вы можете не услышать пожар, надышаться во сне угарного газа и уже не проснуться, к сожалению. Поэтому это очень опасные пожары, связанные как раз вот с электропроводкой. Также напомню, что выходя из дома, нужно выключать все электроприборы из розетки. Не важно, что они у вас не работают, они включены в розетку. Вот расскажу вам про один пожар, который произошел в нашем городе, даже указан полностью адрес. Девушка оставила размораживать фарш на микроволновке. Микроволновка была включена в сеть. Тарелка была достаточно глубокая, но, к сожалению, фарш начинал таять, и уже вода выливалась из-за бортиков тарелки и попала в распределительную коробку, то есть вот туда вот дырочки у нас. Так как микроволновка была включена в сеть, она закоротила. Произошло короткое замыкание. Она загорелась, так как девушки не было дома, пострадала еще и соседняя квартира. То есть вы можете нанести не только вред самому себе, да, но и соседям. Также, что страшно, если где-то в другой квартире произошло короткое замыкание, через ваш прибор, включенный в розетку, оно может попасть в квартиру. То есть у того человека холодильник нет, у них оснащены специальные, особенно новые, в принципе, предохранителями, которые срабатывают и отключаются. Самое страшное, когда оставляют включенными и включают одновременно микроволновку и электрочайник. Это самые два более потребляемые, так скажем, энерго наши приборы, и одновременно их включать нельзя. То есть либо чайник, либо микроволновка, только по очереди, да, одновременно и включать нельзя, потому что огромно идет перепады напряжения, и ваша проводка, к сожалению, ослабляется, и срок годности ее все время уменьшается при интенсивном. Также, что интересно, наши сотрудники испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора могут установить, поджог был это или нет, без помощи следствия. Есть такой прибор, называется он газоанализатор. Расскажу вам на примере обычного автомобиля. Загорелся автомобиль, приехал наш инспектор, да, автомобиль уже потушили. Вот эта металлическая трубочка подносится к автомобилю и улавливает остаточные пары легковоспламеняющихся и горючих веществ. Вы меня спросите, а если такую
трубочку поднести к бензобаку у обычного автомобиля. Вот он же тоже будет показывать, потому что там выходит остаточный пары. Все правильно, но цифра будет зашкаливать. Тот человек, который работает с этим прибором, он уже знает, какая цифра и что обозначает. Циферка отображается у нас вот здесь вот на табло. Поэтому примечательно, этим прибором пользуются очень часто, и он является эффективным. А теперь мы с вами перейдем, наверное, к одному из самых актуальных стендов и экспозиции в этот период времени – это пиротехнические изделия. Пиротехника, фейерверки – это то, что, так скажем, рука об руку идет именно в этот праздник с человеком. Интересно, что родина фейерверков и пиротехники в целом – это, наверное, знаете, Китай, все верно. Изобрели они сначала порох. Кстати, что примечательно, был он изобретен не для военных действий, а как раз для увеселительных фейерверков. Но есть и не очень благоприятные стороны. В этой стране больше всего и подделывают вот эти пиротехнические изделия. Они бывают и низкого качества. Поэтому всю пиротехнику и изделия эти нужно приобретать в сертифицированных магазинах, где есть сертификат качества и легальная продукция. Напомню, что покупка, продажа и использование пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-18-летнего возраста, запрещена законом. Почему такие ограничения? Хлопушки покупают, там разрешенный возраст 16 лет, а уже более мощные пиротехнические изделия – это с совершеннолетием. Пиротехника вся делится на 5 категорий. Первый и третий класс можно свободно покупать любому человеку, достигшему 18-летнего возраста. А уже 4-й и 5-й класс только специальным людям, которые прошли сертификаты, имеют документ пиротехника, то есть это крупные фейерверки. Что здесь у нас в экспозиции представлено? Вы можете посмотреть, найти, да, обиходы любых новогодних праздников, это хлопушки, бенгальские огни. Интересно, что бенгальский огонь сам по себе, который уже утратил срок годности, тоже опасен. Если мы с вами для сравнения проводили такой эксперимент, зажигали бенгальский огонь свежий, новый, у которого не прошел срок годности, и старый, отсыревший. Вот у старого отсыревшего вот эти искорки уже более чувствительны на руках. Вы можете чувствовать покалывания, которые разлетаются, они уже касаются вашей кожи. Вы можете видеть, что они дольше летят, то есть могут попасть на ковер и скатерть. И с помощью вот этой искорки начнется пожар. Поэтому лучше пользоваться годной пиротехникой, которая еще не прошел у нее срок годности, чтобы избежать вот этих последствий. Ну, я думаю, у вас все, да, запускают петарды, может быть, вместе с родителями, да? Я надеюсь. Как вообще правильно запускать любое пиротехническое изделие? Ну, допустим, возьмем фейерверк, да? Второй, третий класс категория пиротехнических изделий. Что нужно сделать в первую очередь? Ну, вот вы с родителями вышли запускать ровное фейерверк. Место. Так, расчищенное ровное место, правильно. Где будем запускать? В квартире? Нет. Так, чудесно. Нет. На улице. На балконе можно запускать пиротехническое? Отлично. Почему? Потому что можете лететь в соседнюю квартиру. Правильно, начнется пожар. Расчищенная территория, молодцы. Что дальше? Вблизи чего нельзя? Домов, лесов, деревьев, машин. Деревья, машин, так, отлично. Что у нас еще во дворах есть? Гаражи, да? Люди. То есть нужно люди, само собой. Все верно. Как будем... Вот вы поджигаете с родителями. Нужно будет, может быть, либо сообщить о ошибке, да, либо проконтролировать их действия. Все-таки мы с вами сейчас это повторим, да, а родители не повторяли, поэтому могут где-то правила забыть. Давайте с вами представим. Вот они зажигают пиротехническое изделие. Как нужно поджигать фитиль? Поджег, убежал. Ну, в принципе, правильно. Во-первых, на расстоянии вытянутой руки. Близко нельзя его поджигать, особенно поджигать и смотреть потом, когда там горит, что-то сразу... Да, горит, не горит. Подожгли, убедились, что фитиль горит, и отошли на определенное расстояние. Правильно? Оптимальное, так скажем, расстояние от пиротехнического изделия и до вас это около 20-30 метров. То есть вы отошли на определенное расстояние и наслаждаетесь вашей пиротехнической продукцией. Это очень важно. Так, какие еще мы правила с вами забыли повторить? Смотрите, территорию мы с вами обговорили, да, где нужно прыгать. А самое первое, что вообще изначально делается? Вот я сейчас вам подсказала, что подожгли это, а изначально что делается? Читать инструкцию.
Правильно, читается инструкция. Для каждого пиротехнического изделия определен срок его действия, то есть подожгли и в какой момент время рассчитанное на то, что вам нужно отойти или там отбежать определенное. Вот это тоже очень важно знать и посмотреть. Сначала мы смотрим инструкцию, и потом уже да, приступаем и убегаем. Все, в принципе, верно, да. И, конечно, да, вот, как раз оно и фиксируется. Да. Вы можете подойти сейчас посмотреть, чтобы вы могли иметь представление. Различают еще вот при крупных пиротехнических изделиях, фейерверков и салютов, различают различную сборку. Вот посмотрите, внимание, вот на этот и вот на этот. В чем разница? Тот более защищенный. Целостный, да? Да. Это ручная и автоматическая сборка. Пожарная безопасность. Сегодня мы побывали на выставке, посвященной пожарным экспозициям. В ходе этой пожарной выставки мы узнали историю создания пожарной части, историю создания костюмов и устройства, какими работают пожарные при работе на чрезвычайных ситуациях. Себя почувствовали диспетчерами, капитанами, пожарными, дежурными. Унесли много полезной информации из этой выставки. Очень благодарны организаторам всей этой пожарной выставки. В преддверии Нового года мы узнали, как правильно пользоваться пиротехникой, правила пользования. Как правильно запускать. Где лучше покупать, как лучше пользоваться. Сегодня к нам в гости пришли учащиеся одной из гимназий города Смоленска. Мы провели экскурсию по 4 выставочным залам, где рассказали об истории становления пожарной охраны, о пожарной безопасности и о актуальной теме перед новогодними праздниками – это пиротехники. Как лучше обезопасить себя и окружающих, где правильно покупать пиротехническое изделие и как его использовать. А также напомнили элементарные правила пожарной безопасности, что закрепили с учащимися на интерактивной игре. До новогодних праздников осталось совсем немного времени. В продаже уже появились всевозможные пиротехнические изделия. Они привлекают покупателей красочными упаковками и обещаниями незабываемых впечатлений от предстоящих торжеств. К сожалению, неправильное использование пиротехники приводит к трагическим последствиям. Если вы хотите, чтобы праздник не был омрачен, соблюдайте правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Оборот пиротехнических изделий на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий, постановление правительства номер 1052 об утверждении требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации о противопожарном режиме. За нарушение требований указанных документов в соответствии с Кодексом Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Это либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для граждан сумма штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если нарушение требований пожарной безопасности повлекли возникновение пожара либо причинение вреда здоровью людей средней либо легкой степени тяжести, то сумма штрафа увеличивается. Для граждан она составит от 4 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 40 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 350 до 400 тысяч рублей. Если нарушение требований пожарной безопасности повлекли возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо послужили причиной гибели человека, то сумма штрафа значительно увеличивается. Для юридических лиц она составит от 600 до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток. Пожарная безопасность. Смоленское областное отделение ВДПО насчитывает в своей истории более 140 лет. Было создано в 1874 году, и вот с тех пор как бы работает на территории региона. Смоленское областное отделение ВДПО как общественная организация ведет большую работу, довольно обширную, по нескольким направлениям в сфере
пожарной безопасности. Это и социально ориентированная деятельность, которая направлена у нас, или в первую очередь у нас направлена она на работу с детьми, подрастающим поколением. Это и патриотическое воспитание. В этой сфере мы проводим довольно много различных мероприятий профилактического характера. Это различные фестивали, викторины, КВН и всякое такое прочее. В течение года мы проводим более 500 таких мероприятий. У нас, конечно, есть и успехи определенные. Мы участвуем во многих мероприятиях и федерального уровня. И есть у нас, конечно, и победители, и призеры. Следующее большое направление, которым занимается ВДПО, это связано с поддержкой пожарного добровольчества. Эта работа у нас совпадает с теми целями и задачами общества при его создании вот больше 100 лет назад. То есть сегодня ВДПО является основной общественной организацией, которая ведет в этой сфере работу. Под нашей эгидой сейчас объединены практически все территориальные подразделения добровольной пожарной охраны нашего региона. Мы помогаем в оснащении добровольцев, работаем над совершенствованием нормативной базы региона. В том числе работа ведется при поддержке федеральных органов власти путем получения субсидий из федерального бюджета, так называемые гранты, грантовское направление. Следующее направление деятельности очень весомое и значимое для нас – это оказание услуг в сфере пожарной безопасности. Производственная деятельность, которая направлена на обеспечение пожарной безопасности всех объектов, вне зависимости там, от форм собственности и от вида работ. То есть этот спектр мы полностью закрываем, начиная от проектирования монтажа, там, той же сигнализации до разработки мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объекта. Там. При этом консультирование у нас проходит бесплатно. Конечно, повышение знаний в сфере пожарной безопасности является актуальным для нашего региона. Мы традиционно, к сожалению, по относительным показателям, которые касаются по пожарам, по их количеству гибели людей, находимся в разряде наихудших регионов Центрального федерального округа. Поэтому вот наша вот работа, конечно же, в целом направлена на вот осуществление государственных функций в сфере пожарной безопасности, которые касаются профилактики пожаров. Вся эта работа у нас строится в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, в том числе и Главное управление МЧС России по Смоленской области, Главное управление по обеспечению деятельности пожарно-спасательной службы региона, ну и ряда других заинтересованных ведомств. Пожарная безопасность. Покупая пиротехнику, требуйте сертификат качества. Внимательно читайте инструкцию на упаковке. Храните пиротехнику только в потребительской упаковке, в сухих помещениях, не ближе полуметра от нагревательных приборов. Храните от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Применяйте пиротехнику только на открытом воздухе. Поджигать пиротехнические изделия нужно, не наклоняясь над ними, с вытянутой руки и немедленно удалиться за пределы опасной зоны. Запускать изделия нужно вдали от людей, дорог, проводов, легковоспламеняющихся материалов, строений, деревьев, линий электропередач. Радиус опасной зоны. Для пиротехники первого класса опасности хлопушки и бенгальские огни – это полметра. Пиротехника второго класса опасности – петарды и фонтаны – 5 метров. Пиротехника третьего класса опасности – батареи салютов, фестивальные шары, ракеты, римские свечи – 30 метров. Запрещено разбирать пиротехническое изделие, применять изделие в состоянии опьянения,
запускать с рук, использовать изделия с явными повреждениями, с истекшим сроком годности. При отказе подходить к изделию до истечения 15 минут. Бросать в огонь. Производить с изделием любые действия, не предусмотренные инструкцией. Уважаемые взрослые, будьте внимательны. Не допускайте, чтобы дети покупали петарды без вашего ведома. Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше отсутствие. Кроме того, помните, что на качественном изделии должны стоять данные о производителе. К нему обязательно должна прилагаться инструкция. Обращайте внимание на грамотность текста и наличие в нем опечаток. Это может служить показателем качества. Уважаемые смоляне, чтобы предстоящие праздники не были омрачены травмами, пожарами и другими трагическими последствиями, будьте осторожны с пиротехническими изделиями. Дешевые фейерверки, приобретенные на стихийном рынке, могут быть опасны. От себя хочется добавить. Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, имеющие все разрешения, где вам покажут видео фейерверков и подберут нужный вам салют из большого ассортимента. Проконсультируют по хранению и эксплуатации фейерверков и предоставят сертификаты качества на все пиротехнические изделия. Желаем вам счастья, здоровья и море положительных эмоций!